Эй, ребята, всем привет, добро пожаловать на канал Джоя. Снова Тарков. Снова много более Zero to Hero. Возвращаемся. А чё, ну, очень плохо провели время. Я все еще не отрегенил. Я буквально, типа, одну за другой записываю. Не отрегенили энергию. Мое предложение все-таки воспользоваться диким и попробовать вынести что-нибудь быстро с завода. Типа, заспавниться, цепануть 1-2 контейнера и сразу выйти на улицу. Ну, либо просто зайти и выйти, если рядом будет выход. Потому что... Ну, типа, у меня недостаточно денег, чтобы купить еду. Во-первых, еду продает только терапевт, и это вонючие галеты, которые восстанавливают, типа, 15 энергии. Это вообще ни о чем. Которые стоят по 10, там, 12 тысяч рублей. Я точно в это вкидываться не хочу. И убежка у меня недостаточно прокачана, чтобы... Хоть какой-то эффект был от того, что я отдыхаю между дроидами. Придется пользоваться диким. СП Тарков на диких. Что за кринж? И что дальше? Но как бы да. Да. Не, можно, конечно, сходить. Я думал, я вот сейчас даю шанс ЧВКшнику за эти там 5-10 минут рейда, пока я выйду на диком. Отрегеню чуть энергии и попробуем еще раз на развязку. Но в этот раз сунемся... В магазин. Чё там? Мега? Не мега, не суть. В продуктовый магазин, короче. И что-нибудь там попробуем залутать. Как минимум на месте сможем покушать. Это уже большой плюс. А если еще и вынесем оттуда еды... Микола Пуза. Поехали, брат. Надо просто выжить. Чё у него есть? Ключница... 206 у меня есть. Сайга — это, конечно, херь полная, но что есть, то есть. Разгрузка топовая. Опа, целый калашик. Да и все, наверное, и на выход. Типа, больше я не вижу. Полута, ничего такого. О, фильтр. Маленькие ВДшки. Это, кстати, база. Они нужны, чтобы увеличить размер схрона. Очень рискую. Я хочу еще медицину. О, хирургичка, база. Это вообще всегда с собой можно будет носить. Еще медицина. Аишка. Это можно будет сдать по квесту. Главное это все добро вынести теперь. Хоть бы дикий.
Мне показалось, как будто кто-то ствол вскинул справа. Но вроде нет. Чисто. Ура! Очень жирный забег. Этого хватит на пару-тройку рейдов. Джинджи зашибенно. Можно использовать и таскать в рейды. 4 ключа в одной ячейке. Супер. А, кошелек. Еще чуть денег. Ствол. Супер. Рюкзак. Медицина. Неплохой разгрузон. Все супер. Кайф. Можно пойти в реальный рейд теперь. Наверное, я вот сейчас думаю. Сейчас точно из этого что-то надо продать. Фастиком глянем. И надо эпицентр двигать дальше. Надо двигать квесты. За квесты дают награды. Надо поскорее левел до 5 апать или до какого там, чтобы еще делики открылись. И с деликами будет чуть попроще фармить деньги. Рюкзак, разгрузон, наушники, калаш. Тэшки, да, там были? Тэшки, ну типа такое. У меня есть ППшки. Тоже такое. Ну, что есть, то есть. Продать. Это мы сдадим по квесту. Можно продать. ППшки мы сейчас куда-нибудь зарядим. 9 на 39 нет. ППТ. Ноп. Сайгу. А, это Ксюха. Подожди, а почему у него магаз Сайги был? FMJ. Не. Насколько бы я не хотел оставлять оружие, но это прям... прям трэш. Зашиться обязательно. Ножи успеем собрать. Это все ок. Ключи пофиг. Бабки. Я оставлю еще один кошелек, пусть будет. Из этих вещей, наверное, все пока оставляем. Ключики сюда. У меня 2 206. Супер. Памс. Наверное, лучше вот этот суну, который с ППшками. Они чуть получше, как патрон. И чё? Только слабое кровотечение останавливает. Аишку с собой возьмем. Хоть какая-то медицина, это уже база. Типа сильный блит можно остановить? Захилиться можно. А бейсбол было бы хорошо с собой взять. Но что есть, то есть. В целом, я даже думаю рюкзак не брать. Разгрузка неплохая. И стоит, наверное, взять броник. Барахольщик, дай мне паку. На каску мне не хватает. Помянем. Что ж. Просто не получать хедшотов. Все элементарно. Прицелов у меня, естественно, никаких нет. Эпицентр. И постараться не так... Я застрахую, но... Блин, мне кажется, это ошибка. Каждый раз страховаться. Мне ничего не возвращалось. Может быть, можно какие-то моды накинуть, чтобы страховка быстрее возвращалась. Потому что, ну, типа, ничего не было. Ничего, ни одного предмета. Посмотрим. Я верю. Цель какая? Диких стрелять. Лутать, наверное, не особо. Только если медицину и мне еду надо найти. Во, я надеюсь, у нас спавн будет где-нибудь в районе этого рестика. Не знаю, как он здесь называется. Спавн точно там есть на втором этаже ресторана.
Вот. Сразу там прям на месте покушать. Может быть, с собой что-то в запас зацепить. Это мы глянули на пулемет в этом офисном здании. Надо на АГС-ку посмотреть. Бля, я опять не взял бабки. Но у меня и нет ячеек свободных в альфа-контейнере сейчас. Чтобы брать бабки. Ладно, ладно. Сильно не разгоняемся. Опять тот же самый спаун. Фейковый сок. Какой-нибудь еды у этих ребят нет. Это не еда. О, это еда. Это тоже отрегенит чуть-чуть. В коридоре дикие есть. Или это с улицы доносится? Я в этот раз в наушниках, поэтому я... Их двое. Он же сказал точно guy down. Там точно еще один есть. Окей. Это было кринжово, но это сработало. Фух. Меня броник спас. Это чуть поинтереснее броник. У него магазы должны быть тоже на пятерках. Мусор. Мусор. Тозик, а без галочки, к сожалению. Там надо с галочкой по квесту. Чё у него там? О, это еда. А этот шлемак тоже глухой. Это полный отстой тоже, типа первого уровня, первого класса брони. Прокорм бабки. У нас достаточно, чтобы уехать на таксишке. Вот. Кто-то систематически коцает кусты. Мне прям не нравится. Я поэтому отсюда не хочу выходить. Кстати, это вполне себе может быть и внутри здания. Просто какой-нибудь залагавший бот. Так, давай на всякий случай проверим, что по этой. Около половины.
У меня есть... А, выходы... Вау. Выходы на МЧСке у меня опять в этот раз нет на катане. Проспект Мира. Можно попробовать Проспект Мира, но это типа супер опасно. Я не понял, это по мне стреляли? Может быть, наверху кто-то ерзает кусты, какой-нибудь бот. Бабки. У меня такой нехиленький уже перевес получается. Кувалда, смотри, сейчас будет. Ладно, не в этот раз. Пропейн. 2000 рублей всего? Нет. Я знаю, что их потом надо с галкой по квесту. Когда придет этот квест, тогда будем думать. Окей, это где-то на проспекте Мира. Офис Star Group. Он стоит 12 тысяч. У меня такое чувство, что мне не дадут на проспекте Мира выйти. Опять наверху кто-то сидит, кемпит. А чтобы выйти, там надо фаер поджечь. Вообще ничего не стоит. Я надеюсь, это их чуть отогнало туда дальше по улице. Фаер? Я надеюсь, сработает. Фух. И зе. Окей, окей, жирно. Два чевика. Жетоны, кстати, тоже нужны будут по квесту, так что... Фиаф Арис. Два бэровца. Фу-уи. Пойдет, пойдет. Нравится, нравится, нравится. А, на самом деле повезло, что он начал сквозь стену пушить, и я его видел все время. Не сквозь стену, сквозь двери. Только это меня и спасло. И большое спасибо за войслайны, за то, что он сказал о том, что их два на самом деле, а не один, потому что я бы с уверенностью пошел сразу лутаться. А, да, ништяк, ништяк. Вынесли оружие, вынесли кучу всякого разного мусора. Моя... А, где у меня...
Блин, куда я аишку дел? Во, я ее хочу с собой обратно взять. Рюкзак. С пистолетом пойду. Ладно, нет. Проверено, ну типа... С оружием реально лучше ходить, чем без него. А, вынуть... Давай этого говнеца возьмем на досыпку. Аккумулятор понадобится потом по квесту. Маленький рюкзачок можно взять. Ну, получше ситуация. Мы не то чтобы по деньгам поднимаемся, но явно двигаемся. Бабки, давай возьмем сразу 5к с собой. Почему он показывает, что у меня 23 тысячи, а здесь только 3 куска? У меня где-то еще? А, я еще здесь нашел, да, вот 20 тысяч принес. Пойдет, пойдет. Потом разгребем весь хлам, сейчас пока не имеет никакого значения. Можем отсортировать, так, чуть почище будет. 5к, чуть патронов. Можем отремонтировать броник. Передняя плита хотя бы есть с третьего уровня. И то бонус. Это мне не надо. Погнали. Поехали еще раз эпицентру. Мне кажется, я не застраховал половину шмота, типа эту каску дурацкую, броник. Я сомневаюсь, что оно будет возвращаться. Ну, типа, честно. Чтобы оно возвращалось, наверное, сервак должен крутиться. Столько времени, сколько нужно для возврата страховки. То есть он, типа, он не физическое время же смотрит, время сервака. А если там возврат раз в 24 часа, я сказал разврат, возврат, я точно не буду крутить сервак и ничего не будет возвращаться. Тебе нет смысла тратить деньги на страховку. С другой стороны, я могу подыскать потом в перерывах какой-нибудь мод, чтобы страховка типа раз в полчаса возвращалась. С каким шансом 50-50. И тогда будет справедливо, да. Посмотрим. Пока что не было чего-то такого сверхкрутого, что хотелось бы вернуть. Пожалуйста. Ну а цели какие? Мы все еще дальше... А, ну, не, да, там же 5 любых противников убить. Не обязательно диких. Если убиваем челиков, мы все равно двигаемся по квестовой линии. 3 меца надо будет сдать. Выйти на МЧСки, выйти на тачки. Найти АГС. Ну, еще как минимум пару заходов надо будет совершить. Из подвала можно подняться, мне кажется, до обоих пулеметов. Через улицу просто супер опасно. Ну, типа, прям... Прям... Можем попробовать в это зайти. Вторую группу. Тачка есть. Я понимаю, что я прям нагло бегу, но если туда нагло не зайти, туда вообще не зайти. Ключик.
А, я его находил где-то в рандомном месте. У него здесь 100% шанс спавна. Что-нибудь полезное? Шкафчики я точно не хочу лутать. Компы еще, да. Кондерчики. Обезбол. А, ну и типа, сейчас можно выйти на такси. О, морфий. Бумага, по-моему, на что-то бартерится. Вижу, не вижу, но FPS явно внизу. Типа 75, когда я в ту сторону смотрю. Однозначно там или в подвалах, или где-то в том направлении что-то какой-то движняк происходит. И 75, 60. 4000 рублей она стоит. Любую еду собираем. Ну и попробуем выйти. Тут ничем. Чувачка еще сунтаем. Три, восемь, четыре. Ну, типа, слоты есть пустые. Че б не взять. Правильно? Но мне нужно обязательно оставить две ячейки, чтобы магаз не выкинуть случайно. Бабки. Это квест. Да, сойдет. Мы можем крышку поменять? Для АК? Это же для этого как раз. Нет? Да ладно. Нельзя устанавливать в рейде. А эту можно. Ладно. Как скажете.
очень страшно. Все, просто минутку нужно подождать. И, может быть, никто не прибежит за эту минутку. Верим? Там явно, либо боты, видимо, в одной куче где-то заспаунились. Ёпт. Только давайте вы не будете сюда выглядывать в последние 20 секунд. Ну, типа, чувак. Да чё началось-то? Они начали стягиваться, типа, выходить, встречаться друг с другом. 5 секунд. Давай. Ебой! Это сразу минус 2 квеста. Это вынесли ключик, открыли жесткий диск, вытащили и уехали на тачке. По опыту, конечно, ничего. Потому что я не воевал. Ни одного противника не видел. Очень понравилось, обожаю такие рейды. Это лучшие рейды. Фух. В таком случае у нас остается АГС и выход на МЧС. И потом еще винотека откроется, но это, по-моему, позднее. Сейчас у нас откроется лес, чтобы можно было механику помочь найти егеря. Легкие деньги. О, это новый какой-то квест, смотри. Найти стопку плакатов Зубр versus Гробовщик на базе ЮСЕК в лесу. А потом заложить плакаты в жилых помещениях базы диких на локации таможни. Прикольно. Так, механик. Надо было еще группу ЧВК найти. О, я забыл об этой части. Но! Мне кажется, если я выложу диск, я его потом смогу сдать. Любую цель, кстати. Еще двоих нужно будет убить. Мецы. Ну, типа, да, возьми анальгин, бинт и шину. Нужно выйти на МЧСке. Это тупо, я забыл. Там пока такая тишина была, я мог на самом деле сходить и спокойно это все сделать. Фильтр один сдали, 15 тысяч я ему пока не отдам. Один запал тоже нашли, еще 9 надо. У этих ребят квестов не было. Так, пока я помню. Перенести. Все, оставил в схроне. Теперь просто нужно заглянуть, и это будет завершенный квест. Спасибо за наушники, спасибо за 12к. Бабки! Пойдет. Есть еда, есть попить. Это деньги. Это надо, это деньги. Это пригодится. Морфи квестовые. Ну, типа. Ножик можно тоже продать. Дополнительный слот, если что-то вынести. Ну, типа, на практике я видел, ножом особо никого не убьешь. А, ну, еще раз эпицентр надо. Бабки, наверное, в этот раз не буду брать. Нужно выйти на МЧС. Шесть утра, наверное. Давай застрахуем 3000 рублей. Но я чувствую, что не будет ничего возвращаться по страховке. Поехали. Ну, с МЧС-кой, кстати, не все так плохо.
Я не очень помню, в каком доме АГС находится. Без выхода на центральную площадь. Если выйти... Ну, не центральную площадь. Если выйти на улицу, на дорогу, то я могу сориентироваться. Там в окне просто видно, АГС стоит, и в это здание нужно заходить. Но проблема в том, что, учитывая, как противники на тебя реагируют, и когда ты находишься посреди улицы, тебя очень хорошо видно. Ну, типа, такое себе. Такой себе ориентир. Но хер с ним, найдем АГС-ку без проблем. Выход на МЧС из подвала, если по прямой пойти. Не к этой стороне, где я лутал труп и сумку внутри контейнера. В противоположный конец вот этой кишки. Там подъем как раз на выход на МЧС-ку. Это можно сделать. А, и у меня же есть карта. Мне кажется, я могу во время катки вызвать карту, и там, скорее всего, места квестов показаны, да? Нет? Да? Нет? Да? Нет? Сейчас проверим. Мне кажется, оно на то и динамическая карта. Хотя, может быть, там только выходы показаны. Хотя, нет. Я тестил, как будет записываться, как будет кататься Тарков, и убитые противники отмечаются черепками тоже. В тех местах, где ты их убил на карте. То есть она реально интерактивная. Может быть, там правда можно места квестов посмотреть. Это было бы очень-очень приятно. Давай глянем. Сейчас будет зависеть от спавна. Подвал. Я не знаю, эти зеленые меточки — это выходы? Ну, я скажу так, на МЧСке я уже выйти не могу, потому что она прям надо мной, этот выход, скорее всего, не работает. Да. Но мы можем заглянуть туда за мецами. Я не знаю, что это за диск. Лотус подписан, это так торговца зовут эту анимешную тяночку. Может быть, какие-то спешл коинсы и прикольные трейды открываются. Я раньше не находил эти монетки. Понял. Ну, типа МЧС-ка, окей. Черт, это у меня. Сори, ща выключу. О. Групп надо будет зайти на парковку. Я практически уверен, что это там происходит все. Именно в второгруппе. А, подожди. Найти просто МЧС-ку? А, найти, я думал выйти. Уху. Ну, минус квест, поздравляю нас. Вай, сюрф. Это очень хорошая аптека, но я не могу в подсумок сунуть, у меня нет там трех ячеек. Сюрф — это база. Павербанк бабки. FMJ пойдет. Собираем пока все. Окей. Я прям стойко уверен был.
Душнина. Сюда. ПС-очки. Для СКС-ки. Это прямо на дороге, где-то рядом с старогруппом или где таксишка, вот где-то в этом месте. Колу можно... О, еще одна наценка. Уже попробуем, надо как-то перебраться. О, сколько мецов. Шик. Только реальные аптечки не нашли. Типа, которая HP регенит. Но тоже хорошо. Они обычно где-то посреди дороги или... Если я спавнюсь здесь, они где-то прям на входе тусят. И боты имею в виду. Может быть, пока они стреляются, есть смысл... Попробовать перебежать. Регеним энергию. Да, спасение Грота, слушай, отмечаются. Это по мне. Теперь там задача отдать ему диск, да? Попасть в, блять, ой, конченная вот эта последовательность. Замат, извини. Есть такая проблема. О, я могу сюда зарядить патрончики и минус две ячейки освободить. И унести ультимакс. FMJ-ки туда еще залезут. Дополнительные 2000, кстати. Файер, наверное, нет. Ну, значит, мне нужно подняться еще раз наверх. Все понятно. Так работает этот квест. Нашел крота, залез внутрь, спер жесткий диск. Это не засчиталось. Забей. Могу ругаться долго. Смысла не имеет никакого. Сколько здесь? Здесь меньше ячеек на 2 штучки, да? 18, это на 20 ячеек. Yeah. В рюкзак было бы прикольно сунуть. Что ж, ну мне нужно опять пролезть, взять ключ, пролезть наверх. Как будто бы здесь где-то стрелялись. Нам просто нужно зайти. Диск вы... Ой, ключа нет, вы чё гоните? Если там сейчас будет закрыто, это вообще тупейшая вещь. Ну чё за дурацкий квест? Ну камон.
кто-то есть. Может быть, не здесь, кстати. Сука, закрыто. Ну ты чё гонишь? Внизу на улице есть кто-то. Залутанный ключ, дверь закрыта. Мне придется еще раз ради этого квеста сюда идти. Кстати, может быть, заходит внутрь. Это как будто прям на входе было. Да, вон он. Тайминг, конечно, у меня просто лютый. Ну, позиция у меня такая себе. Типа, грен у меня точно нет. Я его тоже явно ранил, но он так уверенно шел вперед, что он может где-то вот здесь внутри уже сейчас находиться. Зараза. А, я чё, бинта ни одного не взял с собой? И вот та ситуация, о которой я говорил, у меня нет ни одного реального меца с собой. Там были бинты. Лишь бы у меня живот сейчас не вытек, это просто будет... неприятно. Да, ногу зашьем, чё уж. Он так и будет пасти на выходе, пока я его... Или я его, или он меня не убьет. Он пытался зайти внутрь. Можно было в целом его попробовать и подождать. Может быть, здесь еще медицина бывает?
бабки, кстати. Я не думал, что он придет за мной. Дед, не кряхти, умоляю. А, это с улицы кто-то в окна стреляет. Видимо, его видят в окно. Не, я могу лежать, шиться в целом. Типа, если он меня зарашит, таков путь. Он идет. Живот надо зашить, а то я вытекаю жестко. Он реально думал, что убил меня. Такой механ есть, мне кажется. Я боюсь, что он просто, типа, не один, опять же. Хотя это тот чел, который внизу меня с пилигримом пушил. С большим синим рюкзаком. Давай ноги зашьем, попробуем его полутать, может у него есть попит. Может у него медицина есть, выхилимся и попробуем к выходу двинуться. Долгая история, но осталась еще одна рука. Слушай, да, походу... Ой, сори. А, походу, его пытались в окно подстрелить. А он стоял и лутался. Ну, это показатель того, что мне не стоит в окно высовываться. Давай докинем сюда до фула. Двадцать семь хп. Я надеюсь, что у него есть какая-нибудь метка.
Ключик какой-то. Однозначно рюкзак берем. Тут вопросов нет. Я из броника могу... О, у него есть медицина. О, почему у него карманы большие? У него есть попить. А, плиты у него несъемные в бронике. Хотя бы чуть-чуть залили. Он какой-то особый. А, юсек просто. У него карманы большие. Интересно, ни разу такой не видел. Золотая рукоятка. Флекс вообще полный какой-то. Давай отсюда переложим. Выпьем обезбола. Чтобы он перестал кряхтеть наконец-то. Что это жутко бесит. Там кто-то на входе еще есть. Блин, это не питье, к сожалению. Давай, брат, у тебя есть попить. Попить? Мне кажется, это выбили квестовую дверь. А, здесь же еще есть комната. Фух. Здесь явно ходит еще один какой-то бот-дурачок. И выбивает двери. И пугает меня до усрачки. Я просто не знаю, где еще здесь можно выбить. Проспект Мира на Катане. Поднимите, пацаны!
У меня не так много патронов, чтобы все пускать. Ну, типа, я его ранил, он убежал. Моя работа здесь окончена. Надо попробовать выбраться. А, вон он. Блин. Сквозь тачку. Камон, чел. Он прям посреди дороги стоял. Мне надо было по нему стрелять, а я начал голову прятать. И у меня там один HP почти в каждой части тела. Жуть. Просто какая-то тягомотная катка абсолютно. Очень долго, очень... О, прям высосало из меня всю энергию. Че, мы грузиться будем? Алло. Алло. Не дай бог ты скрашишься и весь прогресс в молоко. Это просто обычный дикий был. Голова челюсти, я смотрел вниз. И я за все это время только одного... Чивик убил. 10 попаданий. 212. Ну, типа, ну все в него одного было, на самом деле. 9-19 он меня с пистолета просто шарахнул в голову. Типа, у меня был шлем. Как он мне в челюсть попал? Я смотрел вниз. Ну, типа, челюсть была максимально прикрыта. Я к нему спиной был еще повернут, ко всему прочему. Как так прилетело? Как так зарегало? Ну, камон. Ай, жуть. Пожалуйста, грузанись. Я хочу сдать квесты. Слушай, чё он так долго? Ну, катка продолжительная была. Я почти все время там только ползал, что выхиливался. Воевал против одного этого чувака. Интересно, что он подумал, что я умер. Хм. Это прям прикольно, механ. И, естественно, я не могу этому дурачку-механику сдать квест, потому что, блять, в офис надо попасть. Хотя я в него попал до этого. Завершить. Дефицит. Салев в жизни не видел. Подожди, я же убил пятого. У меня было отписано, что я... А, это здесь, на эпицентре троих убить. Окей. Маршрут... Маркеры скорой помощи на эпицентре. Ладно. О, мне сразу маркеров насыпал ИПС-ок две обоймы. Два стака. Фух. Ну что ж. Катнули. Было. Ребятки, спасибо, что ворвались. С вами был Джой. Желаю всего хорошего и пока.